Спасти российскую экономику помогут светодиоды и IT-технологии. Об этом заявил сегодня на Иннопроме Анатолий Чубайс. По мнению главы госкорпорации «Роснано», чтобы преодолеть стагнацию, надо в первую очередь развивать именно эти отрасли. Мне кажется, что мы живем с вами в чудовищно неэффективном мире, представляющем современную техносферу. И мне кажется, что ни интернет, ни компьютер не способны решить эту задачу. Эту задачу способны решить только новые материалы. Анатолий Чубайс представил собравшимся не самый оптимистичный экономический прогноз. По его мнению, рост российской экономики в первом полугодии составит максимум 2%. Глава «Роснано» убежден, чтобы переломить ситуацию, государство должно активнее внедрять инновации и развивать рынок IT-технологий и светодиодов.